Гарантом мира на Донбассе может стать миротворческая миссия ООН. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил президент. Петр Порошенко выразил уверенность, что голубые каски обеспечат выполнение режима прекращения огня и помогут в разоружении незаконных формирований. Кроме того, их присутствие позволит закрыть участок границы между Украиной и Россией, который сейчас не контролируется. Я впевнений в тому, що ця місія може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати вивід російських військ з окупованої території і забезпечити надійне закриття кордону неконтрольованої ділянки. Напомню, уже на следующей неделе Петр Порошенко обсудит тему миротворческой миссии на Донбассе с канцлером Германии Ангелой Меркель. 16 февраля представители так называемой «нормандской четверки» Франции, Германии, Украины и России встретятся на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.